Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Шушарский парень. Четырнадцатое апреля 2022 года. Сегодня забираем коллегу на Буховской Бароне. Выехали пораньше. Мне надо в 7 часов. Время еще только 6.07. Ехать нам полчаса до Буховской Бароны. И хочу заехать на самомойку, помыть коврики. Потому что машина более-менее чистая. А здесь в салоне коврики грязные. Помоем коврики и заберем коллегу на Буховской Бароны. И поедем вместе на работу. Вот такие дела. Едем на мойку. Если там, конечно, свободно. Может быть, с утра аншлаг и все занято. Рублей получится помыть коврики. Приготовил уже мелочь по 10 рублей. Мелочь не берет. Пришлось закинуть, не было полтинника, сотню. В итоге помыл коврики на 100 рублей. Еще и диски в итоге помыл. Вот сейчас уже находимся на... Едем по проспекту Буховской Бароны за Катюней. Хорошей нам дороги. Сергей Петрович сменился, вышли чуть-чуть покидать на реку Неву. Прекрасная погода, тепло, так что кидаем. Всем здравствуйте! Идет, Валера, смотри! О, видишь, как приманка идет, ну-ка покажи ее. Кидались с Серегой где-то, наверное, часик-полтора. Ни поклевки, ничего. У меня вроде было каких-то пару ударчиков, но рыба не засеклась. А может быть, об камни приманка бьется. Серега пошел дальше рыбачить на разведку. Ну, а я возвращаюсь на работу. Здесь недалеко. Вот. Так что удачи Сереге. Посмотрим, поймает или нет. Я схожу на разведку. Постою... Посмотрю, где кто стоит, чем ловит. Ну, тоже надо. У него есть возможность, у него сегодня выходной. А у нас пятидневка, работа. Едем на работу. Поехали с генеральным директором на совещание в Невскую ратушу. И на полпути нас вернули назад. Отменилось совещание. Тот молодой человек, который организовывал совещание, всех разогнал. Но все недовольные поехали обратно в офис. Приехал в офис, сходил, покушал. Взял просто макароны, сосиски и булочку с чаем. Попил. И опять вышел генеральный. Поехали, ну, почти сюда же, только на улицу Кирочная. Вот сейчас его здесь оставил, пошел на совещание. Я говорю, вы долго там? Минут 30-40. А у меня как раз документы лежат на Александра Невского, дом 9, улицу. Я там как-то работал в охране и поймал там вора. И мне там подарили шампура. Так я до сих пор пользуюсь этими шампурами. Очень качественные, толстые шампура.
готовить на них одно удовольствие. После своих вот этих шампуров я вообще не могу готовить на таких лентовских покупных. Всегда хочу свои шампура. Так что едем на улицу Александра Невского, дом 9, отдадим документы и вернемся за директором, заберем его здесь и поедем в офис. Да. Время 3 часа дня, ожидаем коллегу и поедем опять в третий раз за сегодня в Невскую ратушу. Первый раз мы поехали с директором, отклонили встречу, второй раз поехали, нормально все, и третий раз еду сегодня в Невскую ратушу. Отвезем коллегу, там она останется, у нее совещание, а мы оттуда сразу поедем домой. Не знаю почему, не люблю я эту сторону, опять придется ехать по проспекту Обуховской обороны. Не люблю. Вчера даже с Московского вокзала поехал. Он меня опять посылал через Невский проспект на Обуховскую оборону и там на кольцо. Я сказал нет и поехал в итоге по набережной Водного канала по Днепропетровской, по Бухарестской, свернул на Усалово, там доехал так до дома. Вот, так что ждем коллегу и поедем в Невскую ратушу. Все, коллегу высадили у Невской ратуши, едем домой. Меня спас наш коллега, тоже водитель, Андрей, огромное ему спасибо. Я еще должен был сегодня ехать за кофе. Но за кофе поедет он, потому что это около его дома. Спасибо ему огромное еще раз. Вот. Ну а мы едем, как всегда, по нашей любимой Обуховской обороне. Домой. Ехать нам до дома 44 минуты. В принципе, более-менее все зеленое. Есть участки желтенькие, но это значит есть движение. Едем домой. Не знаю, как по времени приедем. Все в дороге случается внезапно. Наверное, заберем сразу доченьку из садика. И пойдем домой. Сейчас посмотрю, где сынок. Может быть, сын, по-моему, у репетитора, потому что репетитор спрашивал домашнее задание. Вот. Едем. Подъезжаю к Шушарам. Звонит жена. Ей говорит, приходила смс-ка на раковину? Я говорю, нет, не приходила. Так, езжай в Леруа и вставь им всем там. Что нам должны были раковину привезти еще 13 числа. Вчера, получается, да? Нет. Позавчера. Нет, вчера. Вчера должны были смс-ку прийти, что приезжайте, забирайте. В итоге поставка задерживается. Так что, друзья, едем в Леруа. Спросим, где наша раковина. Жена не может так терпеть. Что тумбу купили, а раковины нет. Едем в Леруа. Вот наша раковина, тумба. Ее написано нет в наличии. Заехал в Шушары, зашел, как всегда, в СДЭК и в Валберес, забрал приманки. Столько рыбы нет, сколько у меня приманок уже. Ну, пригодятся, они расходуются, расходный материал. Сейчас приехали в поликлинику в детскую, надо сыночка записать, чтобы его выписали после ротавируса. И завтра пойдет счастливая школа, в кавычках. Идем в поликлинику. Короче, зашел в поликлинику и облом. Сегодня принимают деток до года. Куча колясок, куча мамочек с детьми. На завтра талончиков нет, но после двух можно звонить и записаться на выходные. Так что у сына еще один выходной.
Сейчас вот увидел, что гуляет доча здесь недалеко. Наверное, заберу дочу. И пойдем домой. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока.